Ой, какая красота! Ух ты! В этом году еще не было индийских танцев. Ну, Игорь знает, он у нас специалист в этом деле. Нет, Света, просто индийский танец – это наиболее сложный к пониманию моей головой танц, танец мира вообще. Но там будет про любовь, вы поймете. То есть все про любовь? Ну, индийский же танец. Я буду петь о том, зачем тебе все эти женщины, когда есть я. Я вся твоя. Свет, скажите, по поводу внешности своей. Я просто не Светлана и... Да, ну я не очень на Светлану, наверное, похожа. Я наполовину индианка по происхождению. Мой отец из Индии, мама русская. Вот, и таким образом вот... Вот она я. Ну что, я бы с удовольствием посмотрел. Я не розумію, що потрібно зробити, щоб я полюбив індійські танці. Не розумію взагалі. Она говорит, а ты, Игорь, уйди, мы сами разберемся. О, да ты дока. Ты не любишь индийские танцы? Тебя заставлю их полюбить. Тутилы кино? Самая яркая и красивая индийская танцовщица, которая приходила к нам за 5 лет. И мне кажется, что ваше выступление достойно голоса, ну, как минимум, моего. Да. Мне понравилось, как вы глазами стреляли, и туда, и сюда, и там прям падает штабелями. И очень понятно, вот язык жестов, да, мне абсолютно все понятно. Было, особенно в сторону Игоря, когда вот это было: Игорь, думай головой, когда принимаешь решение, если не нравится, уходи. Мне нравятся остальные члены жюри, и у меня от них мурашки. Вот я все запомнил. Хорошая интерпретация. Есть ли смысл нам спрашивать злого Раджу? Смотри, сердцу не прикажешь. Нет. Свет, а есть какие-то ругательные слова, которые можно жестами? Отругаться как-то там. Да, ну как-то так, чтобы не оскорбить, но так, чтобы уколоть.
Я скажу «да». Спасибо. Я так и знала. Игорёшка наш – это от зависти. Идите вы. Все, ладно.